Родной язык – это богатство и культурное наследие народа. На чувашском языке говорят свыше миллиона людей по всему свету. И сегодня, в день рождения народного просветителя Ивана Яковлева, все, кто знает родной язык, разговаривает на нем и любит его, отмечают День чувашского языка. Разработав чувашский алфавит, Иван Яковлев, по сути, создал фундамент для развития целого народа. Вместе с письменностью мы получили возможность сохранить и приумножить нематериальное культурное наследие. А духовное завещание патриарха по сей день остается одной из заповедей. Чтить родную землю, служить русскому отечеству и не забывать родного языка, воспринятого от матерей ваших. Так учил Иван Яковлев земляков. Иван Яковлев является тем примером, как можно любить свою родину, как может трепетно относиться к своему народу, с какой любовью. День чувашского языка отмечается с 1992 года, и с тех пор праздник успел обрасти традициями. Среди них единый всечувашский диктант. Третий год подряд носитель языка проверяет свои знания и соревнуется за звание отличника. Сегодня текст диктанта прозвучал не только в учебных аудиториях, но и в эфире Национального радио Чувашии. Екатерина Куприна, Алена Алтухова, Расиль Мухаметов, Республика.